Викторовна, мы с ней неоднократно общались. Я объяснил ей, что я буду работать только в правовом поле, как руководитель. Есть представители от коллектива, я хочу с ней обсуждать в правовом поле, как по законодательству. Есть представители от администрации, есть представители от коллектива. Если бы мне подали документы надлежащим образом, согласно закону, уверяю вас, я бы все исполнил на сегодняшний день. Касательно того же собрания, на котором мы находимся, я Евгении Викторовне и попросил, что учитывая загрузку мэра и все остальное, мы определимся с датой на следующей неделе и пригласим его, и чтобы это было в нормальный формат, чтобы могли максимально присутствовать все сотрудники коллектива и не останавливать рабочий процесс. Не нужно за всех говорить. Это люди, правильно, их собрали. Сотрудники пришли. Абсолютно верно. Но давайте мы не будем, я скажу, я ни в коем случае, как бы, это уже произошло как факт. Меня поставили под, фактически, я так понимаю, Александра Федоровича перед фактом. Спасибо ему, что он нашел в своем графике плотно время и приехал. Но я хотел, чтобы это было в цивилизованном формате. Людей за 2-3 дня предупредили, мы определились время, без отрыва производства и все остальное провели в цивилизованном нормальном формате. Но произошло то, что произошло, правовую оценку я свою как руководитель. Извините меня, пожалуйста, что касается по вопросу. Действительно, я не просто давал задачи, например, там, печатать, не печатать. Подошло время заказа талонов. Мы изменили цвет талонов для того, чтобы производить контроль. Изъяли для того, чтобы сначала мы продавали одного цвета талоны, все ларьки продаются. Это не задача непосредственно каждого сотрудника интерпретировать, почему так или иначе. Есть определенные поставленные задачи, формат эффективности, они выполняют. Так деньги стоят, цель заплачена за старый товар. Они у нас все будут реализованы. Так а зачем деньги решать, если деньги не заплачены? Вы не услышали.